разговор. Я присоединился. Присоединился. А почему согласились? Я почему согласился? Да мы его особо не пытали. Егор просто сказал, у вас классно получается, давайте тоже вместе сделаем. Давайте что-то вместе сделаем. Идея вот так вот родилась. Ну, на самом деле, да, я сказал, ребят, хотелось бы что-то вместе сделать. Они говорят, у нас есть идея. Как бы ты, мы говорим, Егор, как бы ты назвал ресторан? Да, он говорит, у меня гениальное название. Ифак и сук. Ифак и сук. Поняли, что уже мы так назвать не можем без него. Мы говорим, это уровень. Серега говорит, как? Он говорит, ифак и сук. Пацаны говорят, это гениально. Это гениально, да. Все. Теперь у меня есть вопрос. Я вот пока сюда бежала к вам, я заметила, что у нас по пути и Red Box, и Stars Coffee, и сейчас получается Gucci Cafe, да. Ждать ли того, что скоро весь Новый Арбат будет стоять из ваших ресторанов? Вы знаете, как минимум... Скажи «да» просто. Не, ну весь Новый Арбат невозможно, но очень большой, и здесь много всяких ресторанов. Ну, может, еще один будет. Знаете, много лет назад, я когда только приехал в Москву, мне было 17 лет, и вот там, напротив Нового Арбата, в самом начале, был ресторан, очень популярный на тот момент, который назывался «Дэнди Кафе». И вот в тот момент я подумал, блин, как классно, наверное, Артему Королеву заходить в ресторан, к которому он имеет свои отношения. И вот сегодня я захожу в свой ресторан, и это очень приятно. У нас с Тимом всегда все по-братски, 99 ему, один мне. У нас все, спасибо, брат. Так это же схема лейбла вот, бывшего, конечно. Да. У нас 99 на 1. Не, на самом деле у нас равная история, поэтому мы абсолютно равные партнеры. То есть получается примерно по 35% каждого? У вас арифметика не очень. Их всего 100. Не. Она спать не будет сегодня. Еще надо было лейблу этому отдать. Чего помещение здесь было до этого? 33,3. 33,3 у каждого. Ну, это если ровно поделить на троих, имеется в виду, да, конечно. А так 99 на 1, да. Главный партнер, давай так партнер. Ну, ее уже запутали. Мы просто не уточнили, же 99 на 1, что 99 у Егора. Я удивлен был, когда я был на последней вот дегустации нашей, самой крайней финальной. Я пришел и реально удивился, насколько вкусно. То есть для меня раньше топ-1, наверное, итальянский ресторан в мире это был Чиприани, причем дубайский. То сейчас, наверное, это Ифак и Сук. У меня есть последний вопрос. Все-таки скажите мне, вот я смогу сюда прийти, какой у вас средний чек? Средний чек? Нет, кстати, невысокий. Невысокий, 46-47 тысяч. Это шутка. Ну, давайте так, я думаю, порядок от 2 до 3. Да. У нас, правда, супер приятные цены. Но при этом за эту сумму вы получите продукт уровнем выше, чем вообще на всем Новом Арбате. За эту сумму вы получите хлеб. Просто получите. А кто самое дорогое? Мы. Там есть special price. Ты если переворачиваешь, там прозрачным карандашом написано, сколько стоит наш концерт. Ну, а если без шуток? Самое дорогое? Это надо у Антона. Это надо у Антона. Во всех ресторанах стоит где? Мясо и рыба. Да? Ну, вот это стандартное. У нас ресторан с точки зрения ценообразования и структуры меню и всего остального, он достаточно сделан просто правильно, но вполне стандартно. А вот вопрос уже, как мы это делаем, как мы готовим и все остальное, в этом и будет разница. Да нет, ну когда Егор дал Исаак и Фак и Сук, да. И Фак и Сук, уже все, никаких разногласий не было. Сначала подумали, может, Исаак и Фу. Не, ну на самом деле Ифак и Сук, это же гениальное название. Просто люди еще не до конца поняли. Люди читают почему-то Gucci Cafe, а это Ифак и Сук. Спросить, какие маркетинговые ходы будете использовать для продвижения? Там, я не знаю, может быть, свои автографы продавать? Они нам не нужны. Судя по ажиотажу, мы даже ничего не успели начать делать. В текущей ситуации мы ничего не успели начать, здесь уже взрыв какой-то. У нас даже Инстаграм удалили из-за того, что у нас был закрытый аккаунт. Я стримил, говорю, подпишитесь на Инстаграм. Все подписались, там Инстаграм открыли. 100 тысяч миллионов подписчиков открыли. Инстаграм открыли и его сразу положили. Ну вот сейчас вроде третий у нас есть, он живет пока. А что касается этого иска, про который все пишут? Иск? Иск. Да. От кого? Какой? От Гуччи. От Гуччи? Нет, иска никакого от Гуччи. Черт. Все паблики об этом пишут. Они пишут о том, что они ждут. Они ждут, потому что представители этой компании, которые вы сказали, они официально сказали, что не могут подтвердить, точнее, не имеют отношения к этому заведению. Правильно? Да, так сказали? Да, конечно. Ну а как они сейчас в этих условиях могут официально что-либо подтвердить? Да. Так самое интересное, что и мы не можем подтвердить. Я думаю, что просто мы выберем день. Да, это будет либо неделе, да. Понедельник, вторник, среда. Вот, наверное,
в эти три дня. А я у себя в соцсетях буду билет на это продавать отдельно. А не боитесь, что может быть толпа, и вам просто некуда будет? А у нас посадки не хватит. Не может быть здесь толпы, объясню почему. Потому что здесь, когда заканчиваются места, просто говорят, что мест нет, и все. Их надо либо заранее бронировать, либо еще как-то. Да, то есть вы поделили свои охраны заведения? Не то чтобы нет, просто когда нет мест, тебе некуда сесть, смысл здесь стоять. Егор, ты в последнем интервью сказал, что ты отписался от всех новостных пабликов и от так всех, далее. Кроме попкейка, да. Конечно, я шучу. Не, я правда ни на что вообще не подписан. Ну так повод сегодня подписаться. Будешь смотреть сегодня новости про открытие вашего ресторана? Не. А что мы там нового услышали? У меня есть для этого прекрасный человек Мария, который может все это прочитать за меня.